населенный пункт только что рассредоточится. Подразделение российской группировки. А первыми зашли разведчики, потом бойцы мотострелкового подразделения. Сейчас отряды специального назначения досматривают населенный пункт. Бойцам спецназа приходится досматривать каждый дом, так как боевики националистических батальонов киевского режима устраивают огневые точки, устраивают засады именно в жилых домах, в жилых кварталах. Вот уже полчаса на этой улице работает группа российского спецназа, и при этом украинский миномет постоянно бьет по этим домам. Работают парни под обстрелом. Внимание! Совсем рядом куда-то.